Бойт, не пуляй, дай каски раздам. Да, конечно. Да раздавай сейчас. Там агра у тебя 5000 уже. Кто лутер? Дорус? Бездна должен быть. Бездна, забери там зеленую шмотку из босса. Лужа, выйдите. Оставьте мне сегодня на рейд, а не танки хилит. Я в Т4 одел. Мобы бегут. А чё, синее говно, можно диспелить магию, пожалуйста, спасибо. Она уже прошла. А что дает синее говно? Ну, вот это кольцо льда примораживает. Кто бы не играл. Стоишь такой, особенно завара. Такой полезный становишься. Все, готов рейнджи брать. Вот это плохой вроде бы. Убирайте рейндж. Болезнь вроде как на одного кидается, если вы не в рейнже, то херово будет. Че это такое? Он хороший. Он хороший? Тогда бьем его. Да. Коват пранкер? Сам про товар завещал. Если удал. Ой-ой-ой. Следующий по-любому ядовитый, так что. Трэш еще бежит. Трэш я заберу. Рейнджу набирай. Элис, ты меня убьешь. Конь, ты где там? Дай к тебе встану. У меня тут уже монород, он убивает. Тут видишь, на кого-то повешалась, сразу скинулась, потому что с ним никто раньше не нарушал. Оказывается, мобы не такие страшные, если знать механику. Мне вообще нравится, ты прям РЛ для чайников, понял? Ты типа вообще все рассказываешь. Ну типа там, сядьте в машину, пристегните ремень, закройте дверь за собой, там стекло закройте, вот такое. Внимание, набирайте рейндж. Чернотролль, Джокер злой, Элбрил. Поворачивайте роль, случай поворота. Если вы не будете да, набирать да. рейндж, то вы можете убить своих товарищей. Вот, молодцы, вот видите, как хорошо все. 100 тысяч большого уже добивайте. Лишь бы ДД не лезли, хилам не мешали бы хили. Из моба вылупится. Было бы лучше. Вот, это мобы разобьется зеленая лужа еще. Вот, ты по-моему эти пугарейды переводил. Пугарейды переводил? Ну да, много водил, что теперь все подряд комментирую. Пиратский перевод пугарейдов. Кстати, да, футбол бы тоже хорошо получилось у тебя комментировать. Да мне все бы получилось хорошо комментировать. Давай, битва про товаров. Ну, я как-то комментировал дуэль. Там вообще атас. Кому интересно, есть, как я, короче, дуэлился армсваром против хостмага. Убил его. Проиграл?
Нет, я выиграл. Там должно было быть такое. Вначале проиграл, потом спикнулся в протовары и... Он просто не сказал, что это был макс 19 уровня. Ну, гир послабее, конечно, был. Ну да. Ты же 80, а он 19, в принципе, нормально. Я с Эмом был просто. Протовар с Эмом? Что, поймаешь? Да, я. Пока все рядышком возле меня. Там Войт опять ловит, пытается. Войт, иди сюда. Идут мобы, идут. Кто-то встречайте меня. Кот, стой на месте. Кто-то это кто? Не, ему нужен был союзник для того, чтобы в него вмешательство сделать. Типа ты любишь полагать. Протовар не убегает, это тактическое отступление. Просто хотел красиво съебать, чтобы ковать потом танчил. Бывает вообще не по танчу, когда устроишь. Сейчас рыбка будет. Малдазар с босса надо что? Ты штаны? Хаваем. Штаны тебе первый приор. Комбат висит. Кому-нибудь надо штаны, пусть напишет плюс. Да, я заберу на успех. Ты что? Ты не про товар. Ты тем более. Мысли. Все нормально, Коват, нормально. Штаны на пристани кому, кроме Малдазара, не нужны? Тишина. Это он на мейн, да? Малдазар, ты на мейн. Сила бездны, говорит, на мейн бы взял. Кого приор вышел? Ага. Давай посмотрим. У силы бездны. Бездна, я секстант я заберу в любом случае, если он пойдет. Они надеются, что сектант идет. Так, ладно, короче, окей. Кому босс не нужен? Начнем с этого. Мне. Мне не нужно. Гена сказал, зайдет, если надо. Ну, Озер пускай заходит. Кого суммонить? У меня большой луной. Сколько клиентов нету? Третий танк кто? Третий танк я. Клиенты Локи есть на этого босса или нет? У меня нет. Кирс. Ай, сейчас посмотрю. Нет, на штаны нет. Либо заранее хоть нашли. Так, все, смонь. Кир, ты филя. Филя? Окей. Кир, ты 2-2 одеваешь. Ну, если на танке, то да. Я просто в 4-4 сегодня. Вот чей это вот рога клиент? Это не Артемий случайно? Халко? Что? Да, это Артемий. Ну, факт в том, что писал мне. Сам КМ, пацаны, чтобы вы понимали. Что ты шепчешь? Что там случилось? Неликс, там уже, наверное, этот от оргазма. Не знаю, на стену лезет. Я уже на потолке играю. Звание сам ГМ. Чтобы вы понимали.
Чё, короче, кто что будет танчиться? Я как всегда. Я как всегда. А я не как всегда. Так, короче, по делам. Я по танкам. Войт на шамане, Кават на боссе, я тогда по одному вытягивать буду. В итоге, как всегда. Обычно я не вытягиваю. Весь Перепчанский. А где сова? Вот она. Дайте рыбу. Ага. А чё бафа не этого совы? По хилам. Полина хилишь, короче. Понятно. Кого будешь хилить? Кого-то или Вольт? Протоварчик. Да, кого хочешь. Протоварчик. Вольт. Короче, хилишь Войда тогда. Это. Кто кого-то будет хилить? Шамогол или Ки? Тебе еще все равно. Ну, значит, ты тогда и будешь. Если... Будь. Кого ты держишь? Кават на ком? Этого, в красной шапке. На боссе. Король и фант. Дальше. Окей. Могол, приоритет у тебя я, плюс рейд. Дальше Элбрил, подхиливаешь Полину Кирса, плюс помогаешь Кирсу подхиливать Кавата, плюс рейд. Ну, то есть... Мутиола по рейду, сила бездны полностью по рейду. Дальше, следующий. Прото все выпиваем. Первым приста бурстим, потом бурстим ханта, потом шамана, и после шамана уже босс. Еще один важный нюанс. 4 человека, которые сдохли на первой фазе, тот человек, который спулил босса, получит ГПшку. Это не... Точнее, на втором боссе. Шамогол, тотем от льда лучше поставить. Так, этот, Кават, ставь тогда броню, я поставлю огонь по этим резистам, там сами разберетесь на природу, кто что ставит. Так что, ну, мне надо, чтобы они были на Войде и на рейде. Кто-то, Кирс или Полина, ты резист туда, и здесь там Шамогол на природу поставишь. Броня у тебя. Ну я на лед поставил в центре. До рейда всего доставать должно. Я еще могу. Так, я на... Природа, огонь и лед должны быть резисты на всем рейде. А была рыба? Рыбу не ставили? Да, была. Кому нету рыбы, он поставил еще. Надеюсь, на пол будет. Рыбку похавали там, еще осталось, нет? Нет. Он стоит. На лестнице, да. Позиционку установите. У меня бой висит почему-то. Нет боя у тебя. РДД. Илики тоже. Че он тут стоит? Сюда, тотемчик. Полина, включай монитор. Ладно, спрошу. Я вот первый раз с вами здесь. Я не понимаю, как вы стоите тут. Ничего не понятно, кто где. Эти кто там, ты? Эти здесь. Ты кто? Сядь, шаман. Стоишь вон, где все РДД, и бьешь, короче. Первое череп, потом бьешь звездочку. И дашь там... Ходи за простей, просто не прогадаешь. Становитесь, вот. Возле... Я буду первый танчик, бомби. На мне, короче, цель будет ваша на любом случае уметь. По готовности. Все, поехали. Урстите.
Обрел, иди на рейд, иди на рейд. Своим. Да, у меня хант ману высушил. ЖНН по полению залила. Что за больной циклон, блять? Идите уже, блядь. Отойти от них. Видится, босс. А чё выйдет, господи? Хрень какая-то. Звезду бей, звезду, она не выйдет. Подстрахуйте танк, копье висит хантовское. Вот иди за лейма. Сволочь. Пирс. Полини. И просто отойди. Да. Блять. Сволочь, АБР, Джокер. Я гим тоже отдал. Надо не. Я рассчитываю все ваше. Иди ближе. Чего, пошли все шама. Там шелешка, дашка. Все мемши. Милики, надеюсь, не надо, но 8. А чё на 8? Отвлекать. Отвлекать надо, иначе ВПшка будет. Тут люди уже запомнить должны наизусть. Массакру дал, короче, это. Убивайте шамана. Нелик, зайдем на ману давай. Даю. Все, по боссу играем. Ты мастера вкачана или нет? У меня нет. Нет. Ну, это спек не сломан.
подземная мана хотел собрать. 3 минуты. Не уронить кого-то. Высох. Сила бездны. Составим 2 секунды. Ой. Ставлю. Не та группа. А, блин. На моём минуту ещё просто. Ну чё, уход эти в сборную. Минус один вагон. Говорит самый главный вагон. Алекс тоже вагон. Ну, секстант. Секстант? Офигеть, ну что? Конь, я тебя ненавижу. Ну, это как прошлое КД, та же самая триня. Сила бездны, знаешь. Возьми на Алекс триню, тебе пригодится, в РБК потанчишь. Почему у меня пишет main grip, off grip? Но его настройки такие, кто ролит, значит. Ты еще про товара не видел настройки. Там у Борисовны, по-моему, кнопка была такая отдельная, которая ничего не значила, типа я долбоёб или что-то такое. А что, это типа у каждого разное или нет? Или это, ну, это настройки вроде как индивидуальные, да, это же аддон ЕПГП, вот мастер. А почему у меня гриб взялся откуда-то? Ну, индивидуальный, в смысле тот кто ролит, да, его настройки, типа его кнопки. Так, пошли пока трэш чистим. Сейчас перед боссом трэш почистим, тогда сделаю замену. У нас Лёша любит экспериментировать со званиями в гильдии, сейчас он будет еще с ЕПГП экспериментировать. Угу. Чё там со штанами? Экс забрал. За 40 гривен? Сыркри. Хорош. Надо зад спрашивал уже. Так никому не надо же, сказали. Этот сила бездны сказал, что ему сектант нужен. Танки, кто-то есть живой? Да это беспредел. Троллишь, что ли? У престов 4 шмотки уже есть, а они еще берут еще одну себе шмотку. Как этот сделал инопланетянин, потом кто-то еще был вроде. Ну они перебиваются под статы другие. Сила бездна, у тебя 4 шмотки? Да. Сила бездна это Молдозару отдашь. Ой, давай, Хиля. Перебиваться будете только в том случае, если подается. Нормально люди соберут все шмотки. Никогда. У людей нету Т5, у некоторых полы перебивают. Я себе плечи уже 3-й месяц пытаюсь забрать на трансмут. Жду, когда все оденутся. Они приходят в гильдию и приходят все равно. Буквы 5?
У кого что болит, да? Кому транс, блядь? Походу, пока весь сервер не оденется в Т5, ну ни хрена я не... Эл, классика. Шмановская надо кому-то? Не подевать Шмановская некуда, блин. Тратить не на что, а взять не могу, да? Эбрил, это, забери ГП моё, пожалуйста. Ну, ты вместо этого сколько там посчитай, я ЕП возьму, а ГП я тебе свое дам. Так у тебя ГП-то нету. Перед этот. Перед боссом будут заметны. ГП нас... это дело наживное. А у меня ЕП больше, чем у тебя. Ну и что? Что, забирай мою ГП. Шамагол, какой у тебя успех? Какой ты хочешь? Стэн. Какой, Стэн? Скажете? Спекайся в НХ, да? Агро! Ребята, спасите. Танки, блин. Спекайся в НХ и показывай такие цифры, которые должны быть для этого инстанта. Если хочешь, отсюда лутаешь мотки на успех. Это первый нюанс. Второй нюанс. Я тебе никогда в жизни не спек на ВНХ. Поэтому я не вижу смысла тебя собирать. Пришел престом. Мне что-то на это. Что-то вспоминается, когда Женек говорил спекнуть ВНХ. Не, я помню этот разговор тоже, там Женьков предложили, если ты хочешь на хил, то роль, а если на энф, то нафиг ты не бэнф. Такой вроде разговор был. Эх, я помню. Спектр, который я, блядь, никогда никого не спектр. Помню есть... времена. А есть полезные спектры танков, хилов и тому подобное. Я в штормы пришел также в гильдию. У меня был топовый ДЦ, мне говорят, не, нам ДЦ не нужен, но свои пиздатые. Будешь ШП кривым. А я помню людей, которые говорили, что... Я ходил, давал, бля, там 7к. Это, Элбрил, ты еще не видел Супер Макса, который говорит, что ДЦ не хилы, типа, вообще никто. Супер Макс это... Само собой, они вообще никто, их не нужно в рейд даже брать. Это сиська стала, что ли? Да. Чё, Супермакс это было? Да он ники менял одно время много. Как же я могу забыть, он меня преследовал. А, он любил со мной спорить. Маньяк. Маньяк, ребята, маньяк. Он ребятам в игре писал, чтобы они дали ему мой ВК, потому что он приехал в Питер. Маньяк, в прямом смысле. Причем писал людям тем, с кем я вообще не общаюсь. Вот мне Джоки рассказывали. Говорит, это кто, говорит, про тебя там спрашивал? Мы, говорит, даже до этого знакомы не были. Мне кажется, мы тобой рофлим. Так ходи, я оглядываюсь. Да, понимаешь, даже если профил, это хорошо. Но он написал мне на чек 15, наверное, мне отписало, это ты. Обычно, если ты хочешь узнать человек адрес, ты пишешь его новому знакомому, либо с кем он. Да, начает. Да, он говорит, тут... я не взял я не взял ноут, и мне нужно ее найти. Вот как так писал. Че ты ему такое написала, что он тебя хоть хотел найти? Не знаю. Да голос понравился, голос дал, по-моему. Сплетение змеиных колец нужно кому-нибудь? Да, я возьму подпись. А куда Фарада пропал? Знает кто, нет? Работал. На работе. На работе? Я вижу в рейде здесь только одного кота, а тут народ. Во всем, в вечернем рейде. О-о. Его достаточно. Еще у есть? Него Лёх ник не подходит для кота. Ему, кстати, в натуре не монород надо, а бахаса сделать ник. Вот самый то. Монород не обижает.
Если вы хотите собирать на друиде, допустим, вы хил и хотите собирать какой-то другой спек, это спек или РДД, или там. Ооо! Нет! Да голову заебашим сразу, чего? Диваны! А какие диваны, вы чего? Дайте диван! Бейте трэш, в сторону отвел, короче, подхитите. Где-то, где-то, где-то. Вот половишь трэш, который появляется. Ага. Тут бы он не подловил. Ау, ау, агро! Мы сейчас будем... Мы сейчас будем в портальчике летать, да? Да. Трэш бейте просто. Бейте трэш. Тогда дам диван вяжу. Последний все-таки трэш. Вот этот трэш просто в стороне бежит. Не срывайте, не срывайте, надо же напулить на танк. Так а чё ты не станешь, блять, вот сюда, где я стою, и тут трэш? Андрюх, привет, ты возле колонны стоять, видишь, я к тебе умерла. Сюда доходит. Там Лёшу держи только. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Нам ещё инсту надо после этого проходить. Ой, опять ты свакаешь, пей больше. Бью. Так, по-моему, уже убили. Уже, по-моему, боссовские ады, нет? Блоки 2 секунды. Все, нету трэша больше. Давай бить босса. Да давайте, да, реально босса вроде. По-моему, гидромант остался. Так уже двое упали. Трое. Ну, плюс замены будут. Раз, два, три. От морды. Четыре. Куда вы разбираетесь, скажите? Погнать, ты кого считал вообще? Я думала, что он считает, чтобы отвести вперед босса. Говорю, от морды, ребята разбежали. Он считает, кому ГП дать. Для чего считал бы? Смотрите, все под морду босса стали. И наоборот. А кто-то накручивает. Делорус, понятно все. Чего? Блять, ну попросил же в кучу, станьте все, чё вы там, блядь, делаете? Так нас скинул водопад. Кто там? Прыгает. Лёх, как думаешь, сколько тринкет РДДшные с Джайны продают? Раз 200. Надо на Джайна теперь. 200 тысяч. Не за сколько. Не хочешь продавать её пока? Она ж, по-моему, так себе тренер, не? Хорошая треня, нормальная. А, на кого, ну, как сказать, она чуть хуже Чехи, но она, в принципе... Мне кажется, на определенных боссах хорошая, а на определенных нет. Чё, рыба там пару бафов осталось, в принципе, рыба. Ставлю бафы. Я поставил, не надо. А по заменам что-то будет? Да, ДК-шку вредит. Да, хилов отдыхать всех. Ты валяма спрятаешь. Ой, я... Ты четыре. Чё, воронца, что ли, или чё? Или чё, выстраховать? Ты в танке, воин. ДК в танке, я и Кават. Четыре топ-танка. Я на бойс. ДКшка первый раз с нами. Да. Нам же сопро дальше по идее не нужен. На вайше, на вайше. Да на вайше тоже на самом деле, типа, не всем. Джокер готов, прости. Скажи, кулак. Я на трэше вообще во фросте ничего не смогу выдержать. Тенис, дай кулак. Ты просто страховай. Лужа, воющий ветер. У меня Т5 не фул. Я говорю, страховать просто будет. Хорошо. Он будет плакать, страшивать. Вы просто свой дом страхуете, какова ты. Два танка, я думаю, справитесь. Так, еще один нюанс. А, ладно, хер с ним. Даю проверку. За колонны заходить. Пошел пулять.
Куда вы повыходили? Ну, поехали. Почему я не удивлен? Ты когда в следующий раз летишь, кричи за ВДВ. Так, Коника там напуливает, пойду покурю. Беспредел. Дискриминация. Понерфить паладину. Триксы нажал, мне сразу водопад. Конь, у меня прокает чеха, и я улетаю в водопад. Как бы. Так, все. Дороги. Все равно вижу, что там завис. На плазме играю в кухне, так что пофиг. Блин. Все слышит, все видит, блин, даже когда курит. В туалете тоже монитор? Чего там, где? Это прикол какой-то. Вы сейчас к нам разрыме. Да. Чего вы? А вы убили этого, что ли? Гидрос? Нет, ты чё? Да. Филайша убили. Да нет, просто я, по-моему, час назад заходил, мне мир сказал, вы на демоне. Пока трэш весь. Тут сейчас полегче будет. А тут трэша нет. Заходить, нет? Ну, сейчас посмотрим. Фарада, это ты? Чё кепка. А, нет, отец Фарада путает уже. Чё за хер, где Агро? Спать пора. Привет, Агро, а кто там курить уходил? Сейчас бы какую-то легендарную сову с бич-магом путать. Вот, минус 2 маха. Может, вы будете набирать агро на мобов, чем перед тем, как подводить. Я кольцо огня к основному, у меня 400 ки повесилось. Это... Монорос, у тебя БР резист. Жена, у тебя джокер. Еще раз сдохните, магия начистит. Шестой раз отлетаю. Бафы обновите. Я упал. Хуяйте по боссу. Если босс убьется, тем меньше трэша. Минус элбо. Коваткап. Да чё? Да чё ты сдох? Вода, вода. Чуть-чуть не добежал, начал хилить, и мобы пошли. Сожрали по пути. Этот Матиола ПЛ грил БР. Проседало а сильно. Давай, мы всех вайпнемся, блять, это начисляю, вам в двойном разнице. Когда вы трэш бьете, не стойте рядом с ним. Кливеры, маги всякие там. Если трэш к вам в упор, они на вас стаки вешают, когда вы их бьете. ДК, можешь не стоять там, а выйди сюда и тут трэш лови. Да, да, хорошо. Далеко побежал. Бой, задержите, я в куполе. Трешить это фига, как-то. Трэш, будете сливать?
Че панкилл, так до сих пор БР-а нет. Панкилл перезит туда, да, нормально. ДК там, стой, лови там. Мулеет не на пол ПП, как видим. Все на фул ПП должны быть из-за абсорб. Просто хилом. Ну, я в куполе уже, наверное, раз пятый. Его опять отъехал. Мотивал, у тебя висит еще? Он уже вставал через СС. Понял, понял. Шесть человек, которые получают бута больше пока что. Еще один добавился. Вот хочешь, если хочешь. Не пиадо, пожалуйста. Что, Леха, говоришь? Так трэш бьет. Я не могу вообще бить трэш. Больно очень. Босса бы уже пора добить. Трэш. На сакру дал шевешку под хату. Дал шеве. Спалите. Замучите уже там, блядь, пару лям. Войда прохил. Блять, если вы не диспелите, то, блядь, танки будут ложиться. Как и хилы. Да я должен это делать. Не доставил. Народ. Ад. Сука, ад. Про товар никогда так много не прожимался, сука, как сегодня. Пошли дальше. Кстати, плачек. Меня про этот плачек спрашивали, кстати, тоже. Не знаю, босс убивается легко. Если вот вышло две пачки мобов, да? 10. Их сразу что, колоссов ты танкишь или нет? Что еще раз? Соло затанчишь? Гидроса? Ну да. Тогда я... Этот портал мне в ремарте. Кому-то надо был гидрос плюс они... А, в этом разгриме были. Мне что-то показалось на совете. Ген. Я устал сегодня просто вообще не обращать внимания. Я бы на гидроса зашел, типа. А этот пол рейда лежал, а ты плащ, да, раздрой? Ох, нифига себе, так, погодите, что-то, по-моему, не та роль. Типа, если там тринка, но мой инспект никому не нужна, которая еще в скале. Я бы зашел. Нужна. Последний хил остался. А кто? Что могло? А. Что-то с рекламой там не то, почему раздавать нет это на первой строчке. Может, пекло на рестор друиду сменить, а? Если ты не заметил, вообще рейди нет. Ну только это реклама, значит неправильный. И рейд неправильный. Так, короче, тогда Кала танчит, ДКшка вместе с Ллойдом, если что, страханет. Кому там надо было? Кто бы спросил? Ну, я и спрашивал ДК, я в рейде. Мерчок не выкал? И плюс еще один робот для напула. У тебя портал сбоку. Угу.
Ну ты генный петух. Я со счёта даже сбился. Вы, кстати, не силы без, не тому бы еще дал. Типа я мир, это прям один за другим. Сделали бы удар грома по товару, нормально. А не вихре вот это будет не 4 цвета. Так напиши на форум предложение по Т5. Сразу все реакция, цели шотл, да? На авара ХМ пришел и гром отдал его. Ты будет лучше скажи это, ШВ на 99% на одну минуту. Ромка. Нелик зарокал. На 100 сразу. Как у паладина бабл, только на веселее, да? Ну. Не, это слишком жирно. 99% на одну минуту, нормально. И КД 12 секунд, да? Нет, так нельзя. Ну как это нельзя? И КД минута. Да лучше, чтобы... А чё вы туда бежите? Тут ещё трэш. Лучше, чтоб не надо было вообще ничего прожимать. Просто про товара в рейд берешь и все. Активный баф шоу. Да. Давайте активнее, еще целка впереди. Тут трэш. Вот. Чё-то долговато. Жук. Стой. Жук. Так, вопрос такой. Клятва нужна кому-нибудь? У нас вроде особо нету, кто ее носит. Но народ вроде хотел клятву. Хороший. Соло в обычке Алара, услышь. Мне просто я на чаржах там летать, знаешь, отвечать. С платформы на платформу. Чтоб он просто не ждал, пока мы до целка зайдем. Типа, знаешь, Алар летит, я бегу за ним, и на чарже улетаю в текстуру. Четкого ответа ты не получишь. А можно, пока не начали, вкратце для ДД на эту бушку? Стоишь, бьешь и все. А нам вообще трэш надо бить, нет? Когда босса переплотит с одной на другую сторону, стопаешь, не бьешь. А может просто не бить этот трэш и все? Ну, вроде ничего сложного, когда... Не, ну это топовая тактика. Ну, самое легкое... Ну ты же вкратце просил. Можно вообще ничего не бить и все. Не, просто стоишь, бьешь босса, эту. Когда босса переводят, просто стопаешь, а потом, когда босса перевели, дальше бьешь через пару секунд. А, тотем. Все, что надо на этом боссе знать. Давай, короче, твой там поконтролируешь, на ком агро и там расстановка. Кто стоит слишком далеко, встаньте подальше, чтобы они не агрились тотем. Так падать. Это тотем. Раздаваки. Собака, выйди вообще. Которого... Где же собака? Его вообще вроде нет. Которого нету, да? Блин, это твой тотем. Это твой тотем СПДшный. Тотем раздаваки где-то. Ага, и агрится на меня почему-то. И так и будем по одному мобу убить?
Чьи тотемы там стоят? Мои. Можете стояли. Притянуть мои просто? Стояли. Вот следующего притяните, пожалуйста. Притянулся. Давай. Отбейте вот этого. Вот, все. Раздавак, вы все виноваты. Пацана в рейде нет уже, его обвиняете. Да. А ты им засумонили. И ГП ему еще за это дайте. Странно, я в толпу ставила. Давай. Он с подачником. Давай. Здесь СПД, да, пить? Если у тебя саппорт висит, оставь на лайш, пригодится. Да, просто жалко. 20 минут осталось. Не все такие бага. Редвар, хватит тут там. Где Неонекс? Ну, меня не соблонили еще. Шкаф. Беларусь. Неонех. Тик. Я на сопротивление оставлю два тотема. Тикните. И прошу тотемы РДД поставить тоже посередине, то хоста у меня не будет. У нас. Эдвард, где твой ДПС? С какой стороны или у нас, да? Шнелли, слушай, пятнашку дашь, нет? Чё ты постоянно шепчешь? Эдвард, потому что шепчет. Гуляй, замолчите. Продуманный член. Ну это дали камеру, что видно. Бля, это надо макрос тыкать. Не помню, где он. Персом подальше от босса встань просто. Далеко-далеко, как оператор. И еще по кругу бегай. Типа снимаешь. Все так заеби. Джокер, идешь на это. На зеленую. Сейчас гробницы уже пробивают, имею в виду. Вот сейчас перевожу. Перевожу. Давай. Этот кружок в кружок вот танчишь. Оглушение. Оглушение. Лорус на противоположную. Дека забирай. Дека этот на себя. Проебана. Ты не можешь босса на себя забрать? Я в стане был. Не успел перебежать. Гробницы. Лорус, почему ты там стоял? А где я должен был стоять? Словно стать, блять, на этот. Блять, параллельно боссу, как босса водит. Ну если ты второй погроз, то ты параллельно боссу. Да я не рассчитывал, что кого-то умрет. Ну, че там с диваном? С твоего милики, блять, заморозили. Вот вам и вайб, блять. Я сейчас быстро встану. Начну с дивана. Сдохнет. Вот этот, походу, который вот фаза чистая, да, который гробницы кидает, его, походу, на сотки надо вести, а вот зеленую можно потянуть. Там, потому что Тина кидается. Она если там что-то блядь, переводить, бегать, блядь, там вообще без проблем. Если милики, блядь, не тупорезы, отбегут от босса, и будет все нормально. Чтобы танк нормально перевел. ДКшка должен стоять, вот, блядь, здесь сейчас звездочка находится. Уходите, уходите, ада идут. И ждать, пока босс будет идти. Как босс сюда идет, даешь 3 ЛПшки, блядь, и босс на тебя стоит. Блядь, чё за... Пафа, блядь. Спасите Рит, блядь, убить этого молота.
пошли. Сейчас рыбку поставлю, а потом. Сейчас мы балкнем. И что ты мог петь? Чего вы тянетесь так? Ну мы же вагоны. Кто там улетел вниз? Ага, все понятно. Грипните лок. Пьем. Сильней. Лех, а что-то я тут давно, видимо, не был. Поменялось что-то, да? В плане? Ну, вы не перевод... не отводите эти переводы, что ли? Все то же самое. Ну, мы стопали отводить, ты попросил куда-то отойти, я чуть-чуть не понял. Короче, объясняю. Сюда метку, блядь. Где ты стоишь? Чтоб, блядь, народ понимал. То второй по агро становится в эту... Рыбу кушаем. Все, понял, хорошо. Вот смотри, у босса две фазы, чистая и зеленая. Когда... Смотри, когда босса переводят вот через эту линию, вот здесь решетка такая, через нее переводят сюда в ромбик, он превращается в зеленого и вызывает 4 моба. Если вдруг кто-то, ну агро обнуляется до нуля, если вдруг кто-то срывает агро и стоит там, где вот сейчас метки, звездочка и кружок стоит в той стороне, то есть на той платформе, и на него босс идет, то босс снова превращается в чистого и вызывает еще 4 моба. А много мобов — это вайп, тут просто все. Все, давай проверку. Чернотролль. Дай отчет. Блять, дебафами гробницы. Приходите к танку. То же самое, танки, блять, свободные. Уже. Это все, блядь. У вас в крайнем случае морозит. Когда вас замораживает, у вас не работает ни парирование, ни уклонение, ни блок, ни хуя. И вас прошибает полноценно. Переводи. Стопнули все. Фу. Все, все бьют босса. Трэш ауешка. Так все бьют босса. Трэш никто не... До первой смерти, короче. Кто там второй по огрому больше? Деларос или здесь. Пока Деларос. Станьте, блядь, противоположно. По ровной линии только будет. За босса. Ровно за босса. Так, чтобы он туда пошел. Добьет трэш, ДКшка станешь туда же. Босс пойдет, нажмешь на него ДЛПшку туда сюда. Ревностно. Все, разворачивай, переводи. Вс,
Сейчас страшачок готов. Все, все бьют босс. Ну что, моба за. Все боссы. Кровато только в свет. Сколько у боссов пытающих? 30 лямов. 37%. Нормально, добивайте босс. Хват, дашь солю? Сейчас мобы попал в воду, у него. Да. Где бы сны еще КД? 56. Да там еще не прожмешься. Этот, кто там второй по огромному босс? Да лору. Что это так стоишь по противоположно? Дета то же самое. Мобов. Метки шоты начали. Они пройти шоты. Сейчас на 500 шотну. Ладно. Переводи это. По крайней мере то, что было, это не прохи. Охренеть, чуть не шотнуло. Прохиливается, я же вижу. Вот. Все, мобов никто не бьет, у вас. Разнулся. Там три не упало. Ага. Целых две. Две. Ну. Лёх, давай систем. Ох, ни хрена себе. О, блин, нифига себе сапожки. Мне как раз скорости не хватает. Я, блин, изначально эти хотел взять топ.